Верхневолжье продолжает отмечать 500-летие обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Главные торжества начались с особого события – первого за последние 100 лет крестного хода из Кашина в Калязин по тропе святого. Мероприятие началось в Николаевском Клубуковом женском монастыре Кашина. Перед началом хода митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Всего в Тверской области по подсчету организаторов приняли участие порядка 2500 богомольцев из Тверской области, Ставропольского края, Москвы, Петербурга и Белоруссии. Кроме того, около 500 человек, включая волонтеров, были задействованы в организации мероприятия.